Всем привет, друзья! Вы на канале OnLife. Презентация Elevator Group. Поехали. Вместе мы строим будущее. Миссия проекта – дать возможность каждому участнику нашего комьюнити подняться на уровни. Мы собрали и объединили в одном месте все самые трендовые направления. Telegram-бот – это в Телеграме, друзья, или Elevator Ecosystem. Большой функционал, простота использования, самые новые фишки, все инструменты в одном месте. NFT. Ваша страховка каждого NFT дает дополнительные возможности. Токен GFT. Инструмент заработка, широкий спектр применения, всегда ликвидный. Игры. Игры для каждого, ценные призы, play to earn. Пассивный доход. Доступность, прозрачность, стабильность. Партнерская программа, простой маркетинг, без потерь выплаты, возвращение в игровой форме, 8 участников дохода. Elevator Group – это простые и понятные решения, друзья, на телефоне, у кого, у всех, наверное, есть телефоны, гаджеты. И телеграммы. Вот эта возможность заработка и в игровом стиле заработка, друзья. Увлекательные игры есть, токен проекта GFT, NFT проекты есть и будут еще развиваться. Пассивный доход есть, страховой всех участников есть, партнерские программы тоже есть, встроенный многофункциональный кошелек есть. В кошельке есть разные криптовалюты. Преимущество. Работа в долгосрок, друзья. Этот проект не сегодня пришел, не завтра пришел, не послезавтра, а будет работать долгую. Потому что тут игровая система, друзья. Все любим играть в различные игры. 80% средств возвращается в маркетинг. Нет потери партнерских вознаграждений. 8 источников дохода. Распределение средств через смарт-контракты, друзья. Низкий порог входа. Страховка каждого партнера в увеличении в игровой форме. Распределение средств. 36% уходит партнерские вознаграждения на 5 уровней. 3% уходит игровой фонд. И 20% уходит страхование обеспечения NFT. 15% уходит инвестпул. 2% уходит розыгрыши один раз в месяц 10 призовых мест. 14% уходит выплата пассивного дохода. 10% уходит компания разработки и рекламы. Источники дохода. От продажи уровня идет доход, от продажи GFT токен идет доход, от продажи билетов идет доход вам, выигрыши в разделе игры, а замороженный баланс в NFT с возможностью продажи после разморозки, доход уже. Рост токена тоже доход идет. 15% прибыль с дохода ваших партнеров в разделе инвестпула.
тоже доход. Друзья, бонусы компании за активное участие в развитии игры, друзья. Везде тут, друзья, доходы, если вы включаетесь сразу моментально, друзья, и приглашаете друзей. Тут очень много различных доходов. Игры и элеватор гейм. Сейчас в данный момент два игрушки. Вот криптовалют и лотерея, друзья. В данный момент игры. А этот DICE Classic пока еще не этот. Пока еще не запустили. Пока еще нет. Не играем. Не работает еще. Вот элеватор, валют. Крутим барабан каждый день. Сегодня тоже покажу. Покрутим вместе барабан. NFT-элеватор. Для чего NFT-токен в проекте Elevator Group? Через NFT-компанию продумала систему страхования, так как каждый NFT пополняется реальным балансом USDT. Каждый партнер имеет право вывести это NFT на свой личный кошелек. NFT нулевого уровня дает возможность сделать свой индивидуальный NFT-аватар. Я свой NFT-фото сделал. Возможность преображать NFT. GFT токен. И название GFT имеет сеть 10 миллионов, блокчейн на троне, стандарт сеть TRS-20. Airdrop через криптовалют не более 1%. Вот, эмиссия токен GFT происходит только после подтверждения смарт-контрактом реального поступления USDT. Сам смарт-контракт блокирует USDT до эмиссии 10% от большого количества GFT. О чем это говорит? О том, что каждый токен, приобретенный участником экосистемы, всегда будет подтвержден в смарт-контракте, и он может его продать независимо от рынка. GFT токен сейл. Этапы раунда. Токен сейл перенесли, друзья, на следующий год. В январе может запустить, наверное. Я точно не знаю, но сказали в январе. В январе может быть запустит. Первый раунд будет 0,10 центов, второй раунд будет стоить 0,20 центов стоит, третий раунд 0,30, четвертый 0,40 стоит, и пятый уровень 0,50 центов будет стоить, друзья. Я еще не закупился USDT, чтобы участвовать в таком сейле, потому что такое количество финансов я еще не собрал. Потихонечку собираю. Это к лучшему, что токен сейл перенесли на следующий месяц. GFT токен сейл. Аллокация по уровням. У меня нулевой уровень. Я могу закупиться токеном до 100 долларов. Друзья. Если первый уровень, то 300 долларов. Второй уровень 600. Третий уровень 1500 долларов. Четвертый уровень 2500 долларов. Пятый уровень 5000 долларов. Друзья. Кто закупился до пятого уровня, то он в токен сейле. Наверное, не знаю, но 0,30 за 0,30 центов, наверное, закупится сразу. Ну, первая локация, вот я вам покажу обратно. Ну ладно, дальше.
Пассивный доход с 1 по 5 5% от оборота продаж уровней, до 20% арбитраж трейдинг, 5% от оборота выигрыша в играх от инвестпула делится между 3-5 уровнями. И 20% уход обеспечения NFT. Партнерская программа. Партнерская программа от продажи буксов 61%. Нулевой уровень 25%. Вовлечение только первую линию. Первый уровень 15%. Второй уровень 10%. Третий уровень 6%. Четвертый уровень 2%. Пятый уровень 3%. Важная выплата с уровня происходит только в том случае, если у вас самих куплен данный уровень. При покупке уровня вашим партнерам, уровня, который не оплачен вами, партнерское вознаграждение замораживается до момента оплаты данного уровня. Партнерская программа. Партнерская программа с продажей токенов 3%. Первый уровень 1.5%, второй уровень 1%, третий уровень 0.5%. Выплачивается только сил, если участник купил токены GFT отдельно от буксов. Минимальное количество токенов на балансе 100 GFT. Аллокация зависит от купленного уровня. Партнерская программа выплачивается с дохода ваших партнеров при участии в распределении средств от инвестпула. Первый уровень 2% прибыли с дохода ваших партнеров, второй уровень 1% прибыли с дохода ваших партнеров, третий уровень 1% прибыли с дохода ваших партнеров, четвертый уровень 0.5% прибыли с дохода ваших партнеров и на пятом уровне, если у вас пятый уровень, то 0.5% от ваших партнеров. Партнерская программа. Партнерская программа активным партнером бонусной системы начинает работать от первоначальной активации с третьего уровня и более. Покупка третьего уровня. Надо закупиться до третьего уровня. У меня нулевой уровень. Пригласить за неделю 3 друга, и партнеры должны достигнуть 3 уровня. Доход мне будет, если я имею 3 уровень, $307. И плюс бонус мне будет $100. Если у меня 4 уровень куплено, и я пригласил за 2 недели 4 друзей, мои друзья должны достигнуть, тоже закупиться 4 уровня, и мне доход будет $830, плюс бонус $400. Если я закуплю все уровни до 5 уровня, то я пригласил за 3 недели, это за 3 недели будет, не через год, а за 3 недели, если я приглашу 5 друзей, и они достигнут тоже до 5 уровня, закупятся до 5 уровня, то у меня доход будет $1937, и плюс сверху бонус $1200. Вот это надо внимательно считать и внимательно запомнить. Это момент. Следующий. Roadmap. Это, друзья, карта и Elevator X System. Вот почему я тут. Эта карта мне понравилась. Эта карта говорит о том, что проект пришел на долгий срок. И нас удивить будет удивлять своими игрушками. Потому что мне уже вышестоящие показали, какие игрушки будут тут. Вообще бомба. Бот открыто, игра открыта, смарт-контракт открыто, NFT открыто, дополнительные игры будут открываться. Открываться будет инвестпул, открываться будет компания,
официально веб-версия 3.0 будет открываться, метаверсия будет открываться, и NFT открываться будет, и дальше, друзья. Вот. Стоимость и возможность уровней. Нулевой уровень $20 стоит, вот у меня нулевой уровень. Первый уровень стоит $55, второй уровень $155 стоит, третий уровень $455 стоит, четвертый уровень $705, и пятый уровень самый жирненький $1205 стоит. Пятый уровень самый жирный, друзья. Вот, если смогу я до пятого уровня закупиться, это будет шикарно. По слайдам я прошел, друзья. Элеватор с нами, ваше будущее в безопасности. Теперь, друзья, мы вместе проходим на мой Telegram и вам покажу, как вращать барабан. Вот мой Telegram или экосистем. Я вам оставлю ссылку под видео. Вот. Теперь кликаю играть. Играйте в бесплатные игры и получайте подарки. Призовой фонд уже 458. Вчера только было 443. Сегодня уже 458, друзья. Вот как растет призовой фонд. То есть кто-то, если играет, друзья, там лотерею, например, или вот криптовалу, кто-то, если выиграет основной приз, то ему призовой фонд вот этот упадет. Выиграет. Понятно это, друзья? О чем это говорит призовой фонд? Все, дальше. У меня вот осталось два вращения. То есть у меня два вращения всегда, каждый день. Нулевом уровне. Теперь я воспользуюсь этим вращением. Покажу вам, как я кручу каждый день. Вчера, наверное, тоже смотрели. Вот сегодня. Ура! Выпью за это. Один GFT, так я выиграл. А, USDT. $1 выиграл еще. Все, поднимаю бокал за $1. Поздравьте меня, друзья. Я выиграл $1. Ура! Дальше. Так, крутим колесо. Выпало взор. Ну ничего страшного. Вчера тоже был взор. Ничего страшного, друзья. Вот. У меня нулевой уровень, как я и говорил, повторяюсь снова и снова. И нулевом уровне у меня два раза вращения дает. Вот, проект Elevator XTM. И тут возможность есть и еще создать свой собственный NFT-аватар, то есть NFT-фотографию. Она у меня была здесь, я открывать не буду. Вот, я сфотографировал себя. То есть купил сперва нулевой уровень за $20. Вот. И загрузил фотографию сюда. Написал свой никнейм. Вот мэр. Айнер Кросс. Мистер Айнер Кросс. И эту фотографию. Фотосолоний я сделал. То есть мне сделали фотографию фотосолоний. И купил рамку. Вот она. Друзья, вот. Все, друзья, вот я и хотел вам рассказать, показать о презентациях Elevator XTM. Всем спасибо за внимание, друзья. Всем пока.